Всем доброе утро. Сегодня, как обычно, на нашем месте. Я уже стараюсь получше говорить, но пока что не очень получается. Допустим, стоит, не мешается. Что-то все мешает. Собираюсь готовить завтрак. Я сегодня молодец, как всегда, позанималась. Единственное, вот думаю, что я сейчас буду кушать. Потому что до сих пор еще язык мой так и болит. Ничего не проходит. Пыль надуло. То ночью напылил. Прям, знаете, как будто взяли просто пыль высыпали на газплиту. Привет, Варюша. Варюшка сегодня дома. Сегодня вчера закончился пришкольный лагерь. Так она сегодня говорит, точнее вчера мне говорит, я буду завтра спать. Пришла раньше, чем я даже встала с кровати. Идите с ней, Кусь, сейчас будем что-нибудь готовить. Так, что я хотела? А, сейчас я быстренько попробую. Отменяется банана, нет. Хотела попробовать питьевой смузи с овсянкой. Там нужен банан, а у нас был один, и мы его вчера в йогурт, говорю, господи, в коктейль пустили. Поэтому бананов нет, надо купить будет банан. Вообще надо закупиться, я буду сидеть на неделе худания, надо все на эту неделю купить и... Спокойненько уже. В общем, сегодня, чувствую, не получится разговорных опять никаких. Жуть, язык не шевелится вообще. Я себя чувствую каким-то этим. Да никем. В общем, не знаю, как я себя чувствую. С Варюшкой сделаю скрамбл. Как всегда. Самая лучшая утренняя еда – это скрамбл. Он мягенький, постараюсь, но мне жевать, он даже мягкий, мне жевать очень тяжело. Я вчера старалась такого ничего жесткого не кушать, что я поела рамен, и жевать практически не надо, тем более я ела очень мало рамена. Мы с Аленой поделились. И что я ела? Пюре. Я потом поела, у меня стояла детская. Реально, пока язык болит, переходить на детское питание. Да, смешно. А что делать? Я вчера и полоскала, и прикладывала все, что только можно. И пока что результата нет. У нас дети веселятся. И слыхать опять началась репетиция в первой школе. Они репетируют к выпускному, выпускной на этой неделе. И вот они активненько репетируют. Каждый день. Ну, если дождь только, тогда их не слышно. Они, наверное, тогда в школе. А так каждый день слыхать. Как они гимн включают. Так что у нас утренние завтраки под гимн. Все, буду готовить завтрак. Все, не могу разговаривать вообще. Буду готовить нам завтрак и варить кофе. Разговариваю, поэтому буду очень кратко или очень медленно. Сходили с Варварой на тренировку и попали. Тренировки практически не было. Был ливень. Мы попали под дождь. Короче, все намокли, тренировку отменили, смотрите. Там просто тучище. Начался ливень, мы в манеж зашли. Я была в джинсах, которые широкая голяшка. И, в общем, они у меня аж до самого этого намокли, до самого колена. В общем, не знаю, что я буду есть. Сейчас, наверное, сделаю кофе, и у меня есть печеньки, которые можно макать в кофе. Я очень хочу есть, но есть я не могу.
сегодня полоскала перекисью. Вроде сначала отпускает, но потом говорить очень больно. Так что я с вами прям ничего не расскажу. Я там чуть-чуть поснимала, вставлю видео. Девчата там чем-то занимаются. Я поставила готовить обед. У нас гречка осталась. И я вчера купила какие-то котлеты. Меня нахвалили прям, что очень вкусные куриные котлеты. Вот, поставила девчатам готовить. Так что они готовятся, а я думаю, что я буду есть. Я не знаю вообще. Ну, попить точно что-нибудь нужно, потому что я голодная очень. Не думаю, что так будет лучше, но... О, кстати, да, получше чуть-чуть разговаривать. Я положила между языком и зубами вату. Ну, это чтобы ватку, ватный диск. И теперь он не шоркается, а зубы. Мне не так больно. Ой, так смешно. Вот что я сразу... Вот только прикусила, я сразу ничего не сделала. И домой приехала, ничего не сделала. Мне на второй день только заболела, и я начала тогда что-то делать. Это вообще гениально. Не пополоскала, ничего. Так что вот сегодня сейчас стакан помою, сделаю еще раз фуруцелин. Буду фуруцелином полоскать. Хочу кабачки. Мне вчера мама дала кабачок. Я хочу сделать опять по тому же рецепту, как я и делала. Показывала этот рецепт, очень классный. Прям очень вкусные кабачки получаются. Я даже сыр купила. Но в связи с моим сломавшимся жевательным аппаратом, я не смогу даже кабачки жевать. Но если просто кабачки делать, конечно, я смогу. У меня проблема и глотать. У меня тут все воспалилось. У меня тут лимфоузел очень сильно воспалился от этого всего. Короче... Не запускайте болячки, лечите лучше сразу, чем вот эти все последствия. Причем болит во рту, а я себя, знаете, такое чувство, как будто я вся заболела, и это меня все вроде ломает, вроде так... И как-то, короче, состояние, когда не знаешь себя куда деть. Я не знаю, как его объяснить, но такое состояние. Сейчас буду готовить обед и кормить девчат. Я сидела тут, смотрела Инстаграм, поработала там немножко. Пытаюсь вернуть его, все как было. Но пока в связи с такой продолжительной тишиной не получается. Еще новое обучение. Очень скучно, я без обучения. Вообще прям, знаете, отвыкла. Я... как сюда переехала, начала учиться сначала инвестиции, потом Инстаграм у меня постоянно обучение, потом трейдинг, потом что еще было? С видео было обучение. Ну, короче, очень много обучений, и я до того к этому привыкла, что нужно всегда что-то новое, потому что ты как будто, когда ты не учишься, такое чувство, как будто деградируешь. Все что-то умеют, а ты такой, блин, а как вы это делаете? Я такой, здравствуйте, я пещерный человек. Вот, чтобы во избежание этого, я хочу такая, все, хочу все знать, все уметь. Вот я стараюсь. Сейчас у меня цель – это фитнес, здоровье, как держать тело в хорошем состоянии и при этом не полнеть, не нужно сидеть на диетах. Короче, подкачиваюсь, плюс вот. Что мне сейчас вот эта тема очень интересна, поэтому такие дела. На улице ветер прям вообще. Ладно, буду готовить. Сели обедать. Я приготовила девчатам гречку и котлетку, и огурчики мамины домашненькие, вкусные, наверное, да? Жалко, я не могу погрызть. Всем приятного. Молчу, молчу, и вот начинаю говорить. Интересно, надолго ли меня хватит. Вроде получше стало, но не очень. Варвара у нас уехала к родителям. Я еще раз попыталась поесть. У меня все тот же кофе с печеньем. После такой еды проходит... Что, прошло 2 часа? 2 часа, наверное, прошло. Нет, 1:40, наверное, прошло. И опять голодная. Мне печенье вообще не устраивает, как еда. Так что вот валяемся, Аленушка уснула вообще по ходу дела. Тут вот Никуська валяется. Жду, пока зарядится Жорик.
А он что-то сегодня не хочет заряжаться. Хотела пропылесосить, и что-то ничего не получается. На улице 22 градуса, солнышко красивое. Смотрите, какая красота на улице. Угу. Начала говорить, и опять больно. Все, не буду я с вами разговаривать. Пойду лучше пополощу фуроцилинчиком. Ну что, нужно собираться ложиться спать. С речью пока все те же проблемы, но я хотя бы смогла немножко покушать. Я съела пару бутербродов. Черный хлеб, помидорка и сыр. Была каша сварить. Ну хотя оно мягкое, жевать все равно. Маришка там на рыбалке отдыхает. А мы будем собираться ложиться спать. Надеюсь, завтра будет получше. И я вам больше всего расскажу.